Всем доброго утра, всем здравствуйте, мои уважаемые подписчики. Сегодня вышло обновление Хэллоуин. Теперь будут не тыковки, а будут конфеты. И у кого випка, будете каждый час лутать по 20 штук. 20 штук в час, это же сколько же можно просто в ФК стоять и лутать по 20 конфет. 480 штук. А ивент у нас, грубо говоря, сколько там, 20... 8 дней, это прикиньте, 13 500 примерно можно залутать просто за весь ивент, ничего не делая. Братан, мы играем на проекте GTA 5 RP. Если ты хочешь поиграть с нами, переходи по ссылке в описании, скачивай лаунчер, заходи в игру. А для комфортной игры на экране ты увидишь самый лучший промокод. Вводи его и становись самым богатым человеком в нашем штате. А я играю на сервере Strawberry. Залетай, будем играть вместе. И сейчас же быстренько направляемся на кладбище, ну потому что на кладбище находятся ивенты. На сервере 177 человек, офигеть, мало, мало, очень мало. Так, вот на мини-карте значок, вот здесь направляемся туда. По-любому Стас уже там свою куру трет. Ну-ка, давайте попробуем. Передовой Смирно, твои боевые задачи прямо сейчас будет отработать максимально реалистичный сценарий нападения. Примерно. Не успел прочитать. Прикольно. Как на Дэнди, ему. Так, ну чё мы, 25 конфет залутали. 25 конфет. Ну, не такое уже, как бы сказать, и легкое задание. Если мой друг продолжит поехать другому человеку, я подержу его. Пофиг. В казино я ставлю на нули. Ставлю нули. Ближе мне. Погнали. Вообще ничего не понял, но было интересно. Чат, это первое или второе место? 50 конфет. Ох, щу, сука, сюда на. Нормально. Я тоже ничего не понял, но было интересно. Детектив, нах, ебать, сейчас тут поиск. Не, я пока никуда не поеду. Ух ты, ебать. Гонкина. Так, кто дебешит, у того базара все плохо будет. Ого. О, ебать, комфорт. Так я сейчас таким комфортом довезу его, нахуй. Пизданется, блин. А, короче, надо стрелочкой держать, как этот, на самолете, равновесие.
25 конфет. Ну, наверное, за первое место больше. Так, а что делать-то надо? Ты можешь одарить какое-то задание или золотить кошелек или дар. Эту пару магии проникает в наш мир и по строительным предсказаниям обитает реальное значение, это волшебное для продолжения кошелек дар. Так, Г. Предложение кошелек дар. Шоу заменил. Плюс 25 конфет. Вообще ничего не понял. Но было интересно. Или что-то новое. Ну опять одно и то же. Тот же самый квест. Ну так еще и днем. Давай, чини двигатели. Я покажу, где еще. Ну? Чини давай, бегом. Да иди, звук вообще, блядь, стрёмный, вообще кринжовый. Да пиздец, блядь. Честно сказать, проще, наверное, помочь людям, чем бегать 2 часа, блядь. Искать кого-то, подвешивать... Быстрее сделаешь, и пофиг на эти там 25 этих, как они, конфет, тыков. 25, наверное, победитель получает 50. F2, двигатель, тормоза, трансмиссию мы ставим, подвеска, турбина, гудок не нужен. Так, что тут, принты, Хэллоуин, и шилдик убираем. Такое чувство, как будто ограничитель стоит. Больше 300 не едет. Че, серьезно, что ли? Так, а это у нас какой-то джип. Тест-драйв. Но это не гелик 6 на 6. Так. Двигатель, тормоза. Трансмиссия, подвеска, турбо, что там, спойлер. А, ну типа, двери. Наверное, тот, кто купит ее, будет стоить миллиарды. Фу, нифига себе. Фига на дорогу, как хавает. Двести 45 едет. А багажник 240. Чисто. Я не знаю, тачка на любителя. Честное слово. Так. Купить рюкзак. Рюкзаков тут, кстати, много. Рюкзак тыква. 21 тысяча. Рюкзак. Бензопила. Можно было бы ее снимать, конечно. Пилить ей. Так, ну это все по стандарту. Крылышки. Вот еще рюкзак. 25 тысяч. Ребра. Типа ребра. Честно скажу, мне ничего не понравилось. Даже эта тыква. Самая, самая интересная. Самая интересная. Так, что там? Худи с ребрами. Но эти ребра хоть маленько поприкольнее выглядят, чем предыдущие. На предыдущих квестах. Но тоже ничего, такие принты. Это тоже ничего, такая прикольная. Ну да, кстати, ничего такая.
Кудаки такие классные, но это такое себе. Ветка. Так, на любителя. Священник. По-любому кто-то купит. Мантия волшебника. Нафиг она нужна. Так, рубашечка. Это чисто для элегантных фриков. Балахон. Свитер с черепом. Так, худи. Мохнатая футболка разрубленная. А, ну типа пополам, да, разрубили. Мне кажется, какой-то вариант этой футболки интересный. Или, а, ничего интересного. Ну вот, черная, если только. Готический джемпер. Но если же оно будет светиться. 9 тысяч стоит. Рваная телец. О! Ну вот это, кстати, и то не факт. Паук. Ну она прикольная, кстати, да. Так, надо что-то одеть. Футболку, наверное, эту одену. Теперь посмотрим брюки. Это шаровары. Сейчас сразу скажут, для гетовцев. Для гетовцев. Так, это у нас брюки священника. Брюки. Чисто брюки, одни брюки. Джинсы. Ё-моё. Готические. Джинсы скелетон. Тоже такое себе. Брюки священника оденем. Более что-то порядочное. Ну, это сапоги-скороходы. Такие. Такое себе. Это типа Adidas, да? Вот полоски, если будут не черные, значит не ликвидные. Так. Какие-то кролики. Ну это тасовская тема. Кроссовки. Так, надо брюки какие-нибудь одеть, другие что ли. Ну под такими брюками вообще ничего не видно. Но мне кажется, стоит купить, положить, чтобы лежали. Когда-нибудь они, может быть, и вырастут в цене. И то не факт. Факторные факты. Так, что по шляпам? Венок из перьев. А, ну это перья, это мои части. Так, ну это какой-то колпак. Рожки. О, рожки, блядь. С крылышками. А, вон они с крылышками, да. Еще и крылья из башки торчат. Рога прямые. Ну, это чисто козлячие. Козлячая тема. Рога длинные, извилистые. О, 20 конфет залутал, час прошел. Вот они сейчас 2700 стоят, а потом будут стоить эти рога, хрен знает сколько. И, кстати, да, в принципе, слушайте, эти рога, наверное, нифига не будут стоить. Их сейчас все наберут, эти рога. Кепка какая-то вообще кривая. Токсик. А это что за дикобраз?
какой-то это с отверстием. Не, рога, я думаю, их будет очень много. Очень-очень много будет. Аксессуары. Ожерелье. А, вот она. Цепочка. Карфик. Карфик-то еще, да, кстати. Интересная, интересная тема. По поводу шарфика. Так, надо вот на эту поменять. Так, часы. А там браслеты. Так, стоп, футболку одену. Во. И браслеты. Браслеты любителя, наверное. Очки. Офигеть. Это что за очки? Такое капли. Капли крестами. Повязка на глаза. Ряды-очки. А где фул черные? Что за дела? Так, сережки. А, ну, кубики, рубики всякие. О, типа качкам, ну. Вот что-то, что-то из этого будет стоить прям. В смысле браслеты? Сережки. А чё там какие-то кастеты были? По поводу очков не знаю, не скажу. Наверное, вот эта хрень будет. Чисто рогатый такой, с какой-то фигней на лопухах. Так, ну надо же съездить все-таки доделать задание детектива и посмотреть, сколько дают конфет за это. Так, ну понятно, Стас пьяный валяется. Так, тут ничего нету. Заначек никаких нету, нету. Так, тут у нас зубов стасовских не видно. Этот нож по-любому должен просвечиваться как-то. Почему он его не захватывает? Так, пяжку нашли. Так, вот, кровавый след. Так, шмотки. Пачка поддельных документов. Что за пачка поддельных документов? Куда я светил? А, во, увидел. Пачка поддельных документов. Так, цепочка. Так, это у нас какая-то комната. Стасовский Кент валяется. Тоже бухой. Так, в сортире ничего нету. Ничего не спрятали. Ничего не за... Так, во. Зуб нашел. Патрон где-то должен по-любому лежать. Так, во. Еще один надо предмет. О, и рука. Все. Нашел. 25 конфет. Короче, братва, вот такой вот видеоролик, такой вот ивент. Зацените в комментариях. Жду ваше мнение экспертное. С вами был Слава Спец. Не забываем ставить лайки, подписываться на канал. И не забывайте, что мы играем на проекте GTA 5 RP.
Хочешь играть с нами, переходи по ссылке в описании, скачивай лаунчер и заходи в игру. Промокод будет в описании. Для скачивания игры, лаунчера, все будет в описании. Всем до скорой встречи и всем пока-пока.